Бадминтон, волейбол, гандбол, баскетбол – этим и другим видам спорта вот уже 10 лет учит юных лабинцев детско-юношеская школа «Олимп». Мероприятие в честь первого серьезного юбилея началось с праздничного парада. Поздравить коллектив «Олимпа», воспитанников и их родителей пришли заместитель главы города Александр Семеряков, исполняющий обязанности начальника управления физкультуры и спорта Владимир Чистяков, ветераны и другие гости. Позвольте мне от лица и по поручению главы города Лабинска Алексея Николаевича Матыченко поздравить вас с 10-летним юбилеем со дня образования спортивной школы «Олимп», пожелать вам дальнейших спортивных успехов, хорошего настроения, здоровья и счастья. За эти 10 лет вы достигли больших спортивных достижений. Вы проводите большие серьезные мероприятия не только на уровне Лабинского района, краевого значения. Я зачастую сам присутствовал и принимал участие как почетный гость на различных спортивных мероприятиях. И видел сам, как приезжали гости из Ростовской области, из Адыгеи, из Карачаева-Черкесии. Это говорит о том, что в спортивной школе «Олимп» все поставлено на широкую спортивную и правильную ногу в спортивном понимании. Александр Семеряков вручил директору спортивной школы приветственный адрес за подписью главы города Алексея Матыченко. Почетные грамоты в течение праздника вручили также тренерам, воспитанникам и ветеранам. Сегодня «Олимп» является одним из главных центров воспитания молодого поколения спортсменов. Просторные залы, удобные раздевалки, собственное футбольное поле. Здесь приятно и тренироваться, и просто находиться. Поэтому «Олимп» все эти годы буквально притягивает к себе детей и молодежь. И квалифицированные тренеры знают свою работу. Они помогли раскрыть талант многим спортсменам. Я посещаю секцию баскетбол уже 5 лет с начальной школы. Мне очень нравится заниматься этим видом спорта, потому что здесь можно развивать свои физические и моральные возможности. Мне кажется, здесь помогают тренера очень сильно, поддерживают тебя, команда тоже хорошая. 10 лет – только начало пути. Гости праздника пожелали спортшколе долгие годы оставаться на Олимпе своей славы. Новости баскетбола. В Ростове-на-Дону завершился 11-й ежегодный всероссийский турнир школьной лиги «Локобаскет». В нем приняли участие 32 команды 1999-2001 годов рождения, 16 команд девушек и столько же команд юношей. В суперфинале среди девушек участие приняла команда из Лабинска. Второй год подряд «Честь Кубани» поехали защищать спортсменки из третьей городской школы под руководством тренера Елены Рыбалкиной и помощника тренера, учителя физвоспитания школы Сергея Гладкова. Со второго раза пьедестал все-таки покорился нашим девчонкам. Чтобы попасть на всероссийский суперфинал в Ростов, нашим юным дарованиям пришлось выиграть последовательно городской, районный, зональный и краевой турниры. В Ростове наша команда находилась 5 дней и провела 6 игр. 16 лучших школьных команд из Ростова, Волгограда, Калмыкии, Карачаево-Черкесской республики, Крыма и других субъектов нашей богатой на спортивные таланты Родины были разбиты на 4 подгруппы. Заняв первое место в группе, в четвертьфинале лабинцы победили североосетинскую команду со счетом 36-14 и вырвались в полуфинал. Матч с волгоградками в полуфинале можно назвать драматичнейшим по накалу, в котором было все, за что миллионы поклонников любят баскетбол. Неуступчивая борьба, когда желаемый финал всего в шаге, точные дальние броски, красивые результативные комбинации, стремительные атаки и неожиданные блокшоты. Всего 3 очков не хватило команде из Лабинска, чтобы попасть в финал турнира. Наши девушки уступили со счетом 32-29. В матче за бронзовые медали Лабинск одержал победу над командой из Нижнего Новгорода со счетом 45-31. Команда из маленького Лабинска заставила по ходу всего турнира считаться с собой, опасаться как грамотного и сильного соперника, любого, даже самого грозного участника лиги. По итогам турнира и дети, и тренерский состав были награждены ценными призами, кубком, медалями, фирменной экипировкой. А наша центровая Екатерина Касьянова и вовсе была признана лучшей центровой турнира и получила, ко всему прочему, отдельный индивидуальный приз. В прошлом году подобным составом, также защищая честь Кубани, девчонки стали 7-ми, а в этом 3-ми – бронзовыми призерами страны.
В победном составе нашей сборной Екатерина Бестужева, Наталья Гуляева, Дарья Ельцова, Алина Заевская, Ирина Захарова, Цветана Иванюк, Екатерина Касьянова, Дарья Крылова, сестры Виктория и Вероника Пироговы, Ангелина Самысько и Екатерина Степанова. Игры и награждения нашей команды транслировались на спортивных каналах страны, поэтому домой наши спортсменки вернулись уже знаменитыми. В спортивном комплексе «Олимп» прошел семинар для учителей физической культуры города Лабинска и Лабинского района по теме «Правила и основные элементы игры в стритбол». Стритбол – это уличный баскетбол, отличающийся от обычного баскетбола уменьшенным количеством игроков и зоной игрового поля. Отличаются и некоторые правила. О всех нюансах учителям рассказали и показали на мастер-классе тренер спортшколы Петр Тарасович Кешишев и воспитанницы секции по баскетболу. Город Тимашевск с 21 по 23 апреля принимал спортсменов на открытых краевых соревнованиях по ушу саньда. Среди команд из Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Тимашевска, Майкопа, города Адыгейска, станицы Динской, поселка Шавгенова, поселка Энема была и команда города Лабинска, в составе которой 15 человек под руководством тренеров спортшколы единоборств Гарри Асатряна, Ирины Никулиной и Андрея Басова. Всего турнир собрал более 250 спортсменов. Защищая честь Лабинска, воспитанники спортшколы выступили весьма достойно. Они привезли домой 11 медалей, из которых 8 – золотые. В своих возрастных и весовых категориях победителями стали Бажинская Вероника, Чистикина Арина, Сичкарев Николай, Тарасян Артур, Симутенко Даниил, Морозов Степан, Мурадян Михаил, Киташов Александр. Серебряными призерами стали Куценко Алексей и Худобина Мария. Бронза у Меднова Александра. Все победители и призеры данного турнира были награждены дипломами и медалями. В начале апреля состоялся открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2006 годов рождения в памяти героя России Алексея Палатиди в городе-курорте Геленджике. В соревновании приняли участие более 250 спортсменов из Сочи, Ставрополя, Ейска, Анапы, Краснодара, Карачаево-Черкесской республики, города Шахты, республики Адыгея, Новопокровской, города Геленджика, Славянска на Кубани, а также спортсмены спортшколы спортивной борьбы города Лабинска. Ребята выступили достойно, показав отличную технику и боевой настрой. Лучшими в своих весовых категориях стали первое место – Александр Иванов, второе место – Вильгельм Григорян. В шаге от пьедестала, в упорнейшей борьбе, уступив за третье место и занял пятое место – Максим Мацак. В Кропоткине 22 и 23 апреля проводилось открытое первенство Кавказского района по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2009 годов рождения, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие команды Кавказского, Усть-Лабинского районов, станиц Тбилисской, Новопокровской, городов Темрюк, Армавир, Приморско-Ахтарск и Лабинск. Наши спортсмены на высоком уровне показали физическую и техническую подготовку. Победителями и призерами в разных весовых категориях среди юношей стали первое место – Гончаров Артем, Москвич Марк, Франгов Михаил, Воронин Лев, Юзбеков Икрам, Григорян Вильгельм, Мацак Максим. Второе место – Валентир Михаил, Григорян Владимир, Белодедов Владимир. Третье место – Варфоломеев Михаил, Захаров Сергей. Подготовили спортсменов тренеры Хачатурян Эдуард, Кутякиди Александр, Набиев Тамхит, Мамедов Тофик, Барабан Николай, Саркисов Сергей.